Мне 20 лет. Угу. Я отучилась в колледже на рекламе. Сейчас работаю видеомонтажером. Скажи, ты по натуре человек подвижный или все-таки спокойный? Очень подвижный. Подвижный? Зачем ты пришла на этот конкурс? Что ты от него ожидаешь? Что ты хочешь? Мне интересно попробовать новое, угу. познакомиться с новыми людьми. Угу. Может быть, что-то открою для себя. Часто ли ты посещаешь бассейн, отдыхаешь? Да, часто. Часто? И как тебе этот вот бассейн, наш Сити Крик? Понравился? Будешь ли ты здесь вот останешься отдыхать? Мне тут понравилось, да, останусь. Угу. Мне нравится, что там есть бассейн теплый, холодный, да, и с подогревом. С течением, да. Хороший. Так, скажи, можешь назвать 5 слов, которые ассоциируются с тобой? Добро, угу. позитив, подвижность. Ты говорила про у тебя какое-то есть хобби. Да, я увлекаюсь эндуро-покатушками. Это вот. Что? Мотоциклы такие, которые по внедорожью ездят. Обалдеть! Такая хрупкая девочка, и как давно ты этим занимаешься? Ну вот, с мая. И как, получается? Да, получается. Мне нравится ездить в разные города. Вот недавно была в Армавире и Кропоткине. Там по полям, по горам. Обалдеть. Очень круто, по лесам. Ну вот скажи, вот ты ездишь на мотоцикле, ты себя увереннее чувствуешь на мотоцикле или вот обычно без него? Он тебе дает уверенности? Да, конечно, дает. Да? То есть если бы у тебя сейчас был бы этот мотоцикл, ты бы нам там дала бы жару, да? Давай просто представим, что у тебя есть мотоцикл, ты на нем сидишь. Скажи мне, пожалуйста, на что ты потратишь 100 тысяч рублей? На вклад в свой собственный мотоцикл. То есть у тебя своего еще нет? Да, я арендую питбайки. Угу. Сколько он примерно стоит? Ну, хороший 250. Угу. Я поняла. Какая у тебя часть тела самая привлекательная? Что ты себе вот можешь сказать, что вот чем ты можешь зацепить человека? Ну, вообще, мне говорят, что у меня красивые глаза, угу. но у меня прикольный пресс. Вот. Я поняла. А что важнее в женщине, красота или ум? И то важно, но интереснее, когда умный человек. То есть это интересно, да? Так, а ты себя ощущаешь умной или красивой? Больше умной. Да? Ну, ты и красивая. Спасибо. Так, скажи, пожалуйста, сколько ты тратишь на себя в месяц денег? Ну, плюс-минус примерно. Плюс-минус 50. Угу. На что ты вот самое большее вкладывала в себя, что ты делала? Уход за собой. Угу. То есть косметика, да? Да, волосы. Угу. Так, я поняла. А скажи еще, пожалуйста, какая дружба лучше, мужская или женская? Мужская, конечно. Почему? Не знаю, мне кажется, мужчины намного добрее и солидарнее друг к другу. Угу. А у тебя есть дружба с мужчинами? Да. Веришь в такое, да? Да. То есть есть. Хорошо. Сколько должен зарабатывать твой мужчина? Ну, мне все равно. Серьезно? Я хочу сама зарабатывать на себя. Да? Да. Но если все равно подумать, ну это же хорошо, когда у тебя еще плюс мужчина зарабатывает, он может в тебя вложить. Ну, примерно сумму, вот чтобы... Ну, 1100 пусть будет. Угу. И сколько он из этих 100 тысяч должен тебе отдавать, чтобы тебе было комфортно? Да не нужно мне ничего отдавать, я хочу сама. Какая скромная девушка у нас сегодня. Есть у тебя какой-то поступок, за который тебе до сих пор стыдно? Что-то делала такое? Сложно сказать. Ну, может быть, касаемо мотоцикла, может быть, касаемо, не знаю... друзей. Да, я в школе нечаянно мальчику, который со мной сидел, проткнула за маску, он ее начал трясти и весь обляпался, и он весь класс подозревал, кроме меня, но так и до сих пор не знает, что это я сделала. Ты можешь передать этому однокласснику привет, сказать, прости меня, пожалуйста, это была я, да? Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Собака или кошка? Кошка. Ум или красота? Ум. Спорт или вкусно поесть? Спорт.
Муж красивый или муж богатый? Красивый. Мы уже поняли, что ты не гонишься за деньгами. У тебя есть татуировки? Да. Это две? Да. Или еще есть? Только две. Да? Пока что. Пока что. Что они обозначают? Часто спрашивают, потому что они очень яркие. Да, часто спрашивают. Это татуировка во имя моей любви к природе. Mm-hmm. Очень люблю природу. И это татуировка для, ну, логотип с альбома Noize MC. Вот, очень люблю его. Mm. Решила набить. А цветные, ну, потому что я черные не люблю. Ну да, ты яркая девочка, тебе очень красиво. Яркие вещи вообще. Я очень удивилась, почему у тебя черный купальник. Черные вещи люблю. Я поняла. Все, спасибо огромное.